Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник сотрудников таможенного комитета. Этот день был учрежден согласно указу президента Азербайджана от 10 января 1997 года. Дата выбрана не случайно. 30 января 1992 года была создана первая таможенная служба независимого Азербайджана – Таможенный комитет Азербайджанской республики. Сегодня это основная организация, отвечающая за безопасность и четкое функционирование границ Азербайджана. Сейчас на прямой связи со студией наш корреспондент Илькин Шафиев. Он расскажет, как проходит мероприятие, посвященное профессиональному празднику таможенников. Здравствуйте, Илькин. Пожалуйста, вам слово. Илькин. Здравствуйте, Асли. 25 лет исполняется со дня создания таможенных органов независимого Азербайджана. И торжественное мероприятие по этому поводу стартует с минуты на минуту. Участвует председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев, представители других госструктур и организаций, а также иностранные гости. На полях мероприятия ожидается подписание нескольких соглашений с профильными ведомствами таких государств, как Казахстан, Беларусь, Россия, Намибия. Это пока вся имеющаяся у нас информация. Асли. Спасибо, Илькин. Я напоминаю, на прямой связи со студией был наш корреспондент Илькин Шафиев.